История ничему не учит, но наказывает за незнание своих уроков. Такую мысль высказал в свое время российский историк Василий Ключевский. Что же такое история и каковы ее уроки? Вот об этом мы и поговорим сегодня. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород, а разговаривать на эту животрепещущую и всегда актуальную тему будем с археологом Олегом Анатольевичем Макушниковым. Но, кроме того, Олег Анатольевич, давайте все ваши регалии. Доцент кафедры истории славян исторического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, профессор, доктор исторических наук. Я правильно все сказал? Да, совершенно. Да. Ну, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Да. Ростислав Бондарев, музыкальное сопровождение. Ну и как вы относитесь вообще к этому выражению Ключевского? На самом ли деле история ничему не учит? Вы знаете, Василий Осипович, очень уважаемый историк и философ, конечно, и очень сложно спорить с ним, наверное. Но мне кажется, это был определенный крик его души, профессиональный крик. А, вот так. Адресованный в первую очередь его студентам, с которыми он работал всю свою жизнь сознательную, творческую. Он просто удивлялся, насколько мало мы выносим этих уроков из нашей истории. Он хотел, чтобы мы больше у нее учились. И тем самым он был вот в этом высказывании столь категоричен. Конечно же, история нас учит. Если бы она нас ничему не учила, то, во-первых, и самой истории, как научного поиска бы не было. Это было бы бесполезное занятие. Но, к сожалению, он прав в том плане, что мы действительно очень мало делаем выводов и учимся чаще всего на чужих ошибках, не на чужих ошибках, а на своих, а на том, что мы повторяем ошибки наших предков. Ну, может быть, он именно это имел в виду? Да, он это, вот, конечно, именно это он имел в виду. Но то, что история – это тоже очень мудрая наука, и, наверное, все-таки и люди, ну, скажем, обычные простые обыватели, и политики, и государственные деятели, военачальники, конечно, они глубоко изучают историю. Чей мы пример не возьмем? Неужели Наполеон, когда планировал овладение всем миром, он не изучал историю? Конечно, изучал. Неужели Бисмарк, когда создавал единую Германию еще в 19 веке, неужели он не знал уроки истории? Конечно, знал. Ну да, начиная от Цезаря, да. все императоры. Все равно, кто пытается прожить свое время, кем бы он ни был, он все равно продолжает допускать ошибки и в этот момент забывает об уроках истории. Наверное, может быть, тут есть какой-то, ну, не знаю, конфликт, не конфликт такой принципиальный относительно истории. То есть, с одной стороны, все уже было. Даже если там открыть эту Библию, то вроде бы там можно найти все. Все можно найти. И тем не менее, каждый раз мы повторяем одно и то же. Может быть, вот это незнание уроков истории. Хотя, с другой стороны, извините, я размышляю, даже зная это, мы все равно наступаем иногда на одни и те же грабли. Как потому что люди. Мы иногда игнорируем некие закономерности, которые, в общем-то, мы понимаем, что это произойдет так, но мы пытаемся изменить ход истории, нарушая ее уроки. Угу. Мы думаем, что мы играем здесь несколько большую роль, чем те закономерности, которые зависят от всего общества, а не только от воли какой-то личности. Вот, ну, это один из моментов, конечно. Безусловно, учит. Если древние греки еще в V веке до нашей эры в лице отца истории Геродота подчеркивали ее важность для общества, для государства, уже тогда, для народа, причем это воспринималось серьезно, так же, как глубокие исследования по философии или по геометрии, то, конечно, это нужно. Безусловно, нужно. Это знание истории предостерегает человека от ряда ошибок. Вот. Оно подсказывает обществу, куда идти. Но человек, будучи существом, подвержен своими инстинктам, эмоциям и так далее, он ведет себя часто неразумно. Не так, как должен вести себя Homo sapiens, а как вели себя его очень далекие предки. Ну, в общем-то, история показывает, что они даже эти предки могли быть мудрее нас. То есть тут мы так или иначе выходим на связь истории и современности. Конечно. То есть вот если... Ну, то, что мы сказали с вами буквально 2 минуты назад, это уже история. Да, 2 минуты назад это уже история. Как только что-то произошло, это уже можно в копилку истории. Поэтому история фактически изучает современность тоже.
Ну, все-таки, если немножко так абстрактнее посмотреть, современные технологии, интернет, масса информации, и все это, ну, как-то даже агрессивно, наверное, сваливается на человека и заставляет, ну, иногда создается ощущение жить сегодняшним днем. Сегодня. Вот вчера была важна новость, ну, даже если следить по газетам, по телевидению, по кино даже, мода, это быстрее, 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 больше, 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 и уклон на сегодняшний день. История в таком, ну, история в продолжительном, таком последовательном аспекте, какое место занимает? То есть иногда забываешь, что вы говорите Геродот, а был ли Геродот? Я кругом... Для кого-то, может быть, это имя даже непонятное. Ну, да. Ну, Наполеона, да, Бисмарка уже, а Геродот кто? Или Плутарх? Ну что же, глубже знать историю. Место истории в современности, если так. Конечно, ну, если говорить о том, что какие ценности сейчас доминируют в обществе, какие тенденции преобладают, то, конечно, знание истории в данном случае, может быть, и не требуется. Но и историки, в общем-то, изучают не сиюминутные явления в истории. Они изучают какие-то цельные периоды, какие-то эпохи, какие-то цивилизации, историю целого народа. Конечно, в именах, лицах, в отдельных эпизодах. Но, собственно, эти лепестки, они строят историю. То, что вот мы сейчас живем в таком обществе, обществе интернета, в обществе сиюминутных потребностей, удовлетворения этих потребностей. Информационного бума. Да. Но дело в том, что это тоже пройдет, как учит история. А-а-а. Значит, будет что-то другое. Да. И возможно, пройдет, это тот виток, на котором мы начнем еще больше понимать уроки и ошибки прошлого. И все должно меняться. Когда-то казалось, что изобретение велосипеда так ускорило жизнь, что вся остальная история не нужна, и пешком ходить не надо. От этого мы не отказались, когда изобрели самолеты, ракеты, от познания истории. Хотя там все было замедлено, по-другому. Наш мир, он будет идти своим путем, а история, она будет оставаться. И будет учить или не будет учить человека. Но мы от нее не отказываемся. Вы посмотрите, во всем обществе, во всем мире, в любом обществе уделяется огромное внимание. Даже у тех народов, которые еще находятся, ну, скажем, в состоянии даже первобытности, такие народы есть на карте мира, у них это святое знать прошлое своего народа. И там есть хранители этой традиции. У нас это ученые, историки, допустим. То есть немножко так академично? Да, да, да. А у них есть шаманы, например, жрецы, которые там передают, хранят эту память. Значит, это чего-то нужно. Для чего-то нужно все это, знать эту историю. Даже народам, которые, может быть, не пишут книги, как писал Геродот, вот, или так, не защищают диссертации. А для чего? Для чего-то нужно? Это, вот часть, история... это часть человеческой сущности, знать свое прошлое. Человек, который знает свое прошлое, он, наверное, увереннее чувствует себя в современности. Платформа какая-то? Да, основа. Она у нас как бы генетически заложена. Она, в общем-то, знание истории, мне кажется, она способствует гармонизации отношений в обществе и между людьми. Вот если, например, какой-то народ или государство пытается вычеркивать из прошлого какие-то сюжеты, которые кажутся для этого народа или для этого государства нелицеприятными, ну, сотворили какое-то зло по отношению к соседям, или мы начинаем эту историю просто приукрашивать, то мы тем самым делаем себе хуже. Мы теряем историческую память, мы теряем здравое суждение, мы перестаем уважать себя, перестаем уважать своих соседей. Мы стороны, начинаем искать источник зла извне, где-то, да, а не в себе. Но, с другой стороны, это нелицеприятно. Да. Не всегда в истории, да, безусловно, любого народа... Конечно, конечно. Не все так гладко и не все так хорошо, но очень именно с учетом сиюминутных, я не знаю, потребностей, необходимостей, хочется так немножко завуалировать, идти в разрез. Идти ближе, отрицать саму себя и приближаться к политике сиюминутной, современной политике. А этот соблазн тоже есть? Конечно, есть. Ну, есть расхожее мнение, что вообще-то история призвана, историки призваны обслуживать, например, какие-то политические концепции, доктрины. Есть такое мнение.
И действительно, на переломных этапах истории того или иного государства всегда идеологи обращаются к историкам. Но здесь всегда требуют от них подтверждения того, что хочет доказать, то есть показать политика. Да, да. Какой-то концепции. Примеры, допустим, нацистской Германии, когда для того, чтобы обосновать захват Восточной Европы, территории Украины, Белоруссии, значительной части Европейской России, на помощь были призваны никто иные, как археологи. В лице, если я не ошибаюсь, доктора Геббельса. Даже так? Да, доктор археологии, по-моему, он был. Не знаю, я не знаю. То, что идеологом он был главным, это понятно. Вы знаете, если предвзято относиться к истории, то там можно найти все. Можно и потом правильно выбрать, но это уже начинается политика. В том-то и дело. Правильно отобрать факты, суждения, сделать правильные выводы. А вообще возможно в исторической науке, но в исторической быть объективным, да. Вы знаете что? Здесь я не знаю, даже вот мы с вами разговариваем, вот мне нравится чай с кардамоном, который у нас стоит, да, а вам не нравится, вот, например. И дальше уже мы можем выбирать как-то, да, даже из тех... История-то не чай с кардамоном, она какая есть, такая есть. Но я понимаю ваш вопрос. Конечно, совершенно объективным историк, гуманитарий быть не может, потому что он зависит от источника своих знаний, от источника информации. Это может быть газета, это может быть старинная рукопись, как манускрипт, но он же тоже был составлен человеком в каких-то определенных условиях, и этому человеку было что-то симпатично, что-то интересно, что-то для него было значимо, что-то приходящим, и он оставляет нам свою память в том субъективном уже восприятии его. И мы вынуждены уже... Учитывать, как минимум. У нас уже часть объективизма, она теряется, тем самым, что мы уже работаем с источником субъективным. Почему вот археология привлекательнее, чем письменная история? Потому что черепки молчат. Они нам не навязывают ничего, они остаются загадкой. Но ведь мы их не познаем до той сущности, до той истины, которая бы нам казалась бы абсолютной. Они все равно будут субъективны в своем молчании. Понимаете, история не может быть объективной, но задача историка, настоящего историка, это, конечно, бесконечно стремиться к объективному пониманию, непредвзятому и наименее политизированному. Мы не математики. Они здесь по-другому воспринимают цифры, формулы там какие-то. Я просто подумал, может быть, вот фраза этого Ключевского, вы так и сказали, что это его личное мнение, потому что там рядом с Ключевским тоже была масса других историков. Ну, можно найти. Да. Вы затронули археологию, ну вы же не сразу обратились к археологии. Вы лично. То есть вы даже не знаю, да, спросите, был насколько, историком или археологом? Да, насколько у вас объективный взгляд? Вы вот, ну не знаю, от того, что обратились к археологии, от того, что это нельзя найти что-то объективное в рукописных, рукотворных? Нет, не поэтому. Я неправильно сформулировал вопрос? Меня, конечно, я с ранней юности увлекся археологией. Конечно, как и многие сейчас, молодых людей привлекает романтика поиска, загадочность. И в первую очередь непознанность объекта, предмета, того, который ты хочешь исследовать. Письменные источники, они как бы доступны более, они известны. Особенно по древней истории круг, набор ограничен. И многие исследователи их рассматривали, касались в той или иной степени. Кажется, они сказали об этом уже все, что можно. А вот хочется иногда найти такое, о чем не написано, не сказано. И не просто для того, чтобы сделать какую-то сенсацию, а для того, чтобы эта информация значительно пополнила наши знания. Особенно о том, чего совершенно нет в письменных документах. Вот мы, если посмотрим на нашу историю. Ведь, собственно, история начинается, изучение истории всегда начиналось с того, когда у людей появляется письменность. Появилась письменность, появились записи, появились памятники письменности. Остается, да, начинается память об истории якобы с этого, да? А ведь письменности-то наши, по разным оценкам, 5000 лет, там, Шумер, Древний Египет, вот эти цивилизации, может, немножко больше.
Осознанные знаки, да. Да, ну, так получается, можно... что мы можем изучать письменными методами чисто исторической науки только то, что связано с появлением письменности. Только то, что сами такое... люди о себе написали, да, получается. Да. И причем, когда начали писать? А до этого не писали, или мы не знаем то, как они заносили эту информацию, какие-то носители. То есть ученые говорят, что человечеству не менее 3 миллиона лет. Ну, если учитывать наших обезьяноподобных предков, если не по-библейски так оценить. Да. Получается, что мы изучаем? Последнее мгновение, вчерашний день истории. А миллионы лет где? А 5 тысяч и 3 миллиона. Это же несопоставимые вещи. И тут вот археология, все, что не находит, она находит, открывает это впервые. История это не описывает. Она этого не знает. И даже вот если мы вернемся... С другой стороны, даже археология, ну, опираться-то нужно на что-то? На что-то же опираться нужно, даже, ну, в тех артефактах, которые найдены в земле. То есть их же все равно с чем-то сравнивать. Это же ну, не может вот, безусловно, появилось ниоткуда. Безусловно, их сравнивают. Все начинается... То есть так или иначе мы все равно должны... Исследовательские процедуры по датировке того или иного предмета, изучение технологии, привязывание к какому-то географическому региону, какой-то культуре, какому-то народу. Mm-hmm. Все начинается, в археологии все начинается с хронологии. Это самая сложная проблема. Ну, определить возраст. Вы тут так запросто сказали, там несколько миллионов лет туда, да. 5 тысяч лет туда. Да. Это так запросто вообще в общении. У историков, может быть, это нормально? Такие периоды, которые определяются там... Ну, историк оперирует небольшими периодами. Небольшими, да. А вот историк плюс археолог уже миллионами может оперировать. То есть вот эта вот жажда поиска непосредственно у вас. Да, это жажда такая, поиска это... еще с юности вы обратились, да, да, да. Сказали, а да? Вот у меня был совершенно конкретный повод. Дело в том, что я действительно увлекался историей Белоруссии, советская история была. История славян. Так или иначе, у каждого появляется период, когда хочется узнать, что там было. Но для кого-то это становится профессиональным. Особенно меня очень интересовала история Гомеля. Угу. Первый начальный этап, откуда все пошел, наш Гомель. Город. Ну и я с удивлением обнаружил, пересчитывая разную литературу, я было очень немного написано по Гомелю, обнаружил, что мы вообще ее не знаем, эту историю. А тем более истоков городской, допустим, жизни здесь, мы вообще ничего не знаем. Я понял, что этим может заниматься только археология. Я обратился к археологической литературе, там тоже очень скудные какие-то были известия. Гомель летописный, вот оттуда и ошибки эти идут, что мы празднуем 1142 год, первое упоминание в летописи, как день рождения Гомеля. Это анахронизм. Это неправильно. Это то, что мы с вами говорили относительно того, что это зафиксировано где-то в документах. Да, то есть документально зафиксировано. Вот раз... А у вас другой взгляд на это? Совершенно. Подтвержденный? Принципиально другой. Принципиально. Принципиально. Более того, я 30 лет об этом говорю, но меня не слушают. Сейчас глаз вопиющего в пустыне. Сейчас скажем. Я вот хотел только уточнить. Вы сказали, что литература и информации по истории города, основания, это вы говорите на период своей юношеского увлечения археологией. Сейчас ситуация меняется. Вот я о чем. Меняется. Потому что здесь даже показывали у вас работа целая на эту историю. Сейчас меняется ситуация. Сейчас, конечно, этому уделяется гораздо больше внимания. Так, возвращаясь относительно не 1000, там не 11-й, 12-й век образования Гомеля? Нет, конечно. Как населенного пункта? Нет, конечно. С позиции археолога? Нет, конечно. Даже с позиции историка любого это не так. Это с позиции, традиции какой-то сложившейся, вот так отмечать дату рождения того или иного населенного пункта по времени первого... Надо же какой-то знак зафиксировать, там, да. Не знаю, день рождения буквы Ё, например. Это, скорее всего, понимаете, не день рождения, а вот если объективно, то ж, наверное, именины. Именины. Скорее так. Да, именины. Когда названы, когда обозначено. С историей Гомеля здесь гораздо более такая не очень хорошая даже ситуация. Мы открываем первый источник, летопись, и читаем. Пошел князь Ростислав Смоленский с полками на Гомель.
тогда он так назывался, и сжег волость всю вокруг города. Это что-то больше панихиды отдает, чем днем рождения. Наверное, если бы те, кто любит поздравлять нас с днем рождения, взяли все-таки в руки летопись и подумали, что рождение или именины. Если что-то сжег, значит, было что сжигать. Тут уже что-то было. Мы хорошо отличились и с празднованиями по Луеву. Вот 500-летие Луева. Ну, у меня язык не поворачивался поздравлять с днем рождения Луев. При всем моей любви к этому городу связана моя жизнь с ними, работа вот последние годы. Почему? А в летописи тоже? Еще хуже. И пошел хан Перекопский Менглигерей через Днепр по татарскому броду. И сжег начисто весь Луев. И мы празднуем день рождения. Это не серьезно. Хорошо, мы с вами договорились, что празднуем именины. Ну вот это, наверное, да. Это правильно. Так, а если касаться непосредственно вашего версии, если хотите... По поводу Гомеля, по поводу Луева. То есть это основано на Дело в том, что тут, тех... да, я понимаю. Давайте про Гомель начнем. Ну, давайте так. Значит, ну, во-первых, вопрос заключается в том, что мы ищем. Начало первого поселения? Угу. Или мы ищем начало процессов городообразования, скажем так. Ну, если говорить о первом поселении на территории Гомеля, то у нас было такое удивительное открытие, в общем-то, серьезное открытие, которое было сделано в начале 2000-х годов, вот непосредственно возле памятника Николаю Петровичу Румянцеву. Там проводились строительные работы, и в соответствии с действующим законом об охране историко-культурного наследия мы работали как археологи-перестроители. И там мы обнаружили, кроме всего прочего, очень много интересных артефактов разных эпох. Мы обнаруживаем там окаменевший предмет, явно сделанный из рога животного или кости животного. И он окаменевший. Значит, ну, не будучи, надо быть узким специалистом, чтобы изучать такие артефакты, не будучи таким уже узким специалистом в этой области, понимая, что это глубокий каменный век, Я обратился в Институт истории к людям, которые занимаются этими вопросами, к специалисты, узкие специалисты в этих вопросах. Ну, была и приехала доктор наук Елена Геннадьевна Калечис, известный наш археолог. Она тоже была удивлена этой находкой, мягко говоря так. И специальный анализ ее проводился в Институте геологии, где-то там еще в академических учреждениях в Минске. Ответ однозначный. Это кости как минимум свыше 15 тысяч лет. А наша история летописная не умещается в тысячелетия. Ну да. Это некое орудие труда, там совершенно верно, там трассологически, то есть по следам не менее, лет. А то и 20-25 и больше. И принадлежит она давным-давно вымершему шерстистому носорогу и обработана рукой первобытного человека. Так если мы хотим отмечать, давайте отметим свыше 15 тысяч. А вот и вторая, ну, если мы говорим о городе... Достаточно уникальная находка, 15 тысяч лет на территории, вот на территории парка. Там есть и другие находки, которые, в общем-то... То есть мы можем искать на территории нашего Гомельского парка. Вот. Наверное, не только. Остатки древнего не только. Наверное, не только. Вообще, с точки зрения археологии, Гомельская область вообще представляет какой-то интерес? И насколько он значим? Да, это один из богатейших уголков на карте Восточной Европы, не только Беларуси. У нас еще многие древности остались в земле, в недрах. И здесь можно изучать все вопросы, начиная от такого, например, первоначальное заселение лесной полосы Европы людьми когда-то в древности, вот 20 тысяч это было назад, 40 или 100 тысяч лет назад. Можно изучать истоки славянства здесь, на этой территории. Можно изучать истоки государственности той же Руси. Можно изучать процессы городообразования. Так вот, если мы действительно хотим... услышать все-таки, когда мог начинаться Гомель как город, я предлагаю искать это с того момента, когда он выделяется из массы других каких-то поселений. Да, он начинает приобретать набор фиксируемых материальных предметов, артефактов, зон распространения и так далее, которые показывают, что это было не деревня, не село. На фоне огромного количества рядовых
каких-то поселений, Гомель выделяется как нечто контролирующее, руководящее, мы можем уже предположить, административные функции, военно-оборонительные, сосредоточение знати, духовенства того же, речества, ремесленников стягивания. 5-6 век нашей эры. Гомелю 1500 лет как городскому образованию. На страницах научной литературы, если я выскажу такое мнение, то у меня будет из 100 оппонентов 99 явно против меня. Но ведь история города, который вызревает из недр каких-то древних поселений, начинается не с указа вождя. Она начинается по неким закономерным процессам. Я надеюсь, что ваше утверждение на чем-то обосновано. Ну, естественно. Обосновано именно на основании раскопок. Оно основано на результатах 30-летнего исследования. Угу. То есть это полевые археологические исследования в историческом центре. Это большая-большая кабинетная работа над этими материалами. Вот на этом и основано. И вот сейчас я работаю над книгой, которая так и будет называться «Возникновение Гомеля». Да, с таким претенциозным названием. Интригуете, да. Мы только что говорили, у Ключевского свое мнение об истории, у Макушникова свое мнение. Может быть, это одна из версий, может быть, это ваш личный взгляд, может быть, это желание поспорить с этими 9 из 10, нет? Нет такой вот, ну, как бы, или это все-таки стремление к объективности? Вы знаете, у меня не было самоцели такой никогда. Никогда не было там удревнить что-то. Mm-hmm. Потому что вот, знаете, чем настоящая наука, ну, я в плане археологии говорю, конечно, отличается от ненастоящей. Она отличается тем, что ученый не должен ничего доказывать вообще. Ну, я не знаю, математик, наверное, должен. А вот археолог и историк ни в коем случае не должен ничего доказывать. Он должен объяснять и пытаться найти путь к познанию истинных фактов и на основании их делать какие-то выводы. Если он ставит задачу доказать, мы можем доказать все, что угодно. Примеров очень много. Ну да, да. В России, например, сейчас есть увлечение, ну, у кого-то там, доказать, что некие сооружения пирамидальной формы в Приурале древнее, чем египетские пирамиды. У некоторых есть желание доказать и показать, что этрусские – это русские, и что древнейшая цивилизация в Европе принадлежит русским почему-то. Ну, вот, мы уже коснулись этой темы. С Украины мы слушали, что население трипольской культуры, которая действительно это была некая цивилизация, это самая древняя цивилизация в славянских землях. Да. Ну, там договориться можно на чего угодно. Но там ставится задача доказать. Если бы мы хотели... Для того, чтобы построить какую-то очередную концепцию, теорию, исходя из сиюминутных нужд, мы опираемся на достижения современной исторической науки, которые показывают, что вот есть признаки городообразования, они выражаются в том-то, в том-то, в том-то. Археологи их исследуют, да, спорят там в деталях, но они говорят, вот есть качественные, количественные показатели. Это тоже, это ведь наука. Mm-hmm. Вот, когда мы их собираем в достаточном количестве, сопоставляем, находим противоречия между данными различных источников, находим между ними точки соприкосновения, вот отсюда и появляется такое. То есть, если сама цель, то лучше этим не заниматься. Это по-моему, это недостойная историка. Это уже моделирование истории, так, ну, как ты ее видишь. Это глубокий субъективизм, причем с каким-то корыстным намерением. Угу. Мне кажется, это просто неинтересно. Это неинтересно. Не говоря о том, это может быть выгодно не, для чего-то. Непрофессионально. Это неинтересно. Позиции... Это нехорошо. Нехорошо. Даже с морально-нравственной точки зрения. У каждого ученого есть свои представления о том, что такое нравственность в науке, этика. У каждого человека есть. И исходя из исторических, ну, не знаю, примеров, что ли, или того, как формируется. Вот мы с вами сказали про, ну, можно назвать это белым пятном в истории Гомеля, да, вот то, что время формирования. Хотелось бы поговорить еще, есть ли еще, кроме этого, еще какие-то белые пятна, но давайте мы прервемся на небольшую паузу, хорошо? Конечно. Уважаемые телезрители, напоминаю, что этим вечером мы общаемся с археологом, историком Олегом Анатольевичем Макушниковым, разговариваем об истории и об уроках, которые она нам преподает. После небольшой паузы мы вернемся в эфир.
Продолжаем мы нашу вечернюю встречу. Мы разговариваем с археологом и историком Олегом Анатольевичем Макушниковым. Разговариваем, прервали наш разговор на одном из белых пятен в истории. Мы говорили про Гомель. Если брать в исторической перспективе, это единственное такое белое пятно, вот с вашей точки зрения, или есть какие-то еще нюансы, кроме происхождения? Ну, происхождение, не знаю, обоснование, то, что это территория поселения или это городское образование. Если так, немножко в перспективу, или это, так сказать, та тема, которая вас интересует больше всего как специалиста, как историка? Нет, это одна из интересных тем. А вот насчет белых пятен. У меня такое представление, что вообще-то наше прошлое – это вот некое такое полотно, в общем-то, белое, на котором есть несколько черных точек или запятых. Огромное, то есть, бескрайнее полотно, то есть наоборот, на котором есть какие-то вот точки, которые мы иногда представляем, что это наша история. Это мозаика, из которой в силу времени выпадают фрагменты. И чем дальше мы от этого исторического явления, тем больше белого. То есть мы, наша история – это белое пятно. То есть если, нам если... проще найти темные пятна на этом полотне, выделить и сказать, что вот здесь уже все понятно. Сплошное белое. Это сплошное белое поле. Ну, какую проблему мы не возьмем? Ну, что мы знаем, допустим, о истории Гомеля того же летописного периода, когда летописи его начинают упоминать? Да почти ничего. Ну, его упоминают не только три раза. Междоусобицы. И что мы узнаем? И что мы оттуда узнаем? Посмотрите. Полоцких там, киевских князей. Что один князь воевал возле Гомеля, пытался отобрать эту волость у черниговских князей. Что Гомель назывался Гомий, древнее название. Это тоже очень тоже белое пятно. Почему он так назывался? Река или это... Что мы узнали благодаря этому? Мы узнаем благодаря этому, что был некий населенный пункт под названием Гомий. Ходил в состав Черниговского княжества. Больше ничего. Вот все. Там одно или два предложения. Следующее упоминание, что во время междоусобицы в Чернигове один из черниговских князей отправляет по городам черниговским, чтобы успеть раньше других претендентов на власть своих сыновей, вернее, посадников, чиновников крупных. А в Гомий почему-то направляет своего сына. Он даже не упомянут. Кто это был, какой из его пяти или семи сыновей, больше ничего. А потом третье, наконец, упоминание в том же XII веке, столь же малоинформативное. Великий киевский князь Изяслав Давидович бежит из Киева, 1158-59 годы. Через. Там скрывается, значит, и нашел, тут у него здесь владения были, в Гомеле скрылся и отсюда начал борьбу вести за... Возвращение Киевского престола. Больше ничего. А что мы узнали о городе? Ну, что здесь была крепость? Что здесь можно было отсидеть? Что здесь можно было собрать людей? Люди жили. Воинство было, какое-то, да? Был шалаш у... Неужели это вот даже для школьника, гомельчанина, скажем, этого достаточно, чтобы представить, как, что такое был Гомель в XII веке? Тут опять археология начинает работать. Ну, конечно. А вот археология говорит гораздо больше. Но она говорит чаще безымянно. Хотя вот у археологии есть такая возможность найти памятник письменности, который неизвестен историкам. Даже коротенький, маленький, который заговорит. Это редкий случай, когда артефакты начинают что-то рассказывать. Вы упомянули, хорошо, давайте к артефактам, которые вы сами нашли. Упомянули этот рог, обработанный 15 тысяч лет назад на территории Гомеля. И какие еще такие наиболее значимые в историческом плане или для вас лично? Были же какие-то находки, которые... Знаете, это такой вопрос, который мне довольно часто задают и студенты мои, конечно. Когда не отвечаете, они и так знают ответы, не отвечают. А я не для них отвечаю, для школьника, с которыми меньше общаюсь. Дело в том, что для археолога, понимаете, важна любая вещь, любой артефакт и любой их набор. То есть для него нет понятия сенсационная находка или рядовая находка, потому что мы, если мы хотим пытаться создать какую-то вот мозаику этой истории, то здесь важен даже иногда один черепок, а не шлем Александра Македонского. Но если вот я понимаю сущность этого, суть вопроса, если эта находка значима и с точки зрения, ну,
простого понимания, находки, да, открытия. И с точки зрения, научной значимости. Да, конечно, таких очень много. И они почти каждый полевой наш сезон бывают, такие находки. Ну, например, ну что надо? Ну, вот опять-таки, говоря об истоках города, да. Вот мы нашли в 86-87 году славянские захоронения, которые датируются 5-6 веком, и остатки жилищ и мастерских. Это уникальная была находка. Жилищ и мастерских. Жилища, мастерское, мастерскую нашли, одно погребение. Потом еще были такие находки в последующие годы. Это была сенсационная находка с точки зрения научной. Это 80, где? Возле бывшего кинотеатра Исаченко, где сейчас центр юности находится, на окраине парка, прилегающей к Пролетарской улице. Вообще там были удивительные находки. Вот когда строился этот котлован, закладывался... Ну, там ров, это бывшее русло или нет? Это бывшее русло ледникового, это русло ледникового оврага, который исторически называется Гамиюк. Ага. Да, а потом в 19 веке стал называться Кагальным рвом. Древнего названия Гамиюк и ручей, видимо, одно. Ну, ручей, был. Да. Гоми, Гамиюк. И первое упоминание нашел в документах 17 века, во время казацких осад. Это уже зафиксировано, это то название. Именно вот этого, да, места, ручей, да? Ручей назван Гамейка. Отвлеклись мы немножко. Да, так вот по поводу других, там уникальных открытий очень много. Первое открытие такое очень громкое, которое до сих пор актуально остается, это обнаружение в 87 году там же остатков уникальной для всей Европы Восточной оружейной мастерской по 13 век, первая половина 13 века, канун монгольского нашествия на Русь. Причем удивительно было в чем. Во-первых, это первая оружейная мастерская, которая показала полный набор мастера, который собирал кольчуги, доспехи пластинчатые, чешуйчатые, мечи, сабли. То есть вы нашли какие-то фрагменты этого? Не просто фрагменты. Целое? Это было удивительно, потому что такого я не мог себе представить. Мы работаем с землей. Ну, органики, да, практически, да, нет, древесины нет, твердых материалов. Ну, камни там, древний кирпич иногда встречается. Но когда мы попали на пол, вышли на пол постройки, не нижнюю часть, на дно, которые видели, что она где-то к 13 веку должна относиться по другим находкам, мы совками, лопаточками начали, ну, естественно, да. Без этого археология не может быть, это уже землекопство просто. Из-под этих наших шансового инструмента, под этих совочков раздавался звук сплошного металла на очень большой площади. Было такое впечатление, что там закопано огромное какое-то металлическое сооружение, причем сплошь. И когда мы вот расчистили это, мы увидели, что... Наверное, дух захватывает вообще. Донная часть, ну, там захватывало все. Там от непонимания, что мы делаем. Потому что надо... Археолог не имеет права то снимать. Там, наверное же, это на глубине на какой-то, да? Да, это же на глубине, и вдруг, да, что-то... Археолог не имеет права вообще перемещать какую-то вещь, положить ее в пакетик там, без того, чтобы разобраться, хотя бы предварительно понять, что ты делаешь. Если ты этого не понял, ты уже нанес ущерб этому процессу познания, и это невосстановимо будет. Вот это было самое тяжелое. И когда мы расчистили, не повредить, мы шкрабали, в процессе поиска. Мы вот чистили по сплошь металлическому полу. Металл-то редко вообще для того времени встречается в таком количестве. Ну, это много металла, но чтобы пол был железный у дома на площади около 20 квадратных метров. Mm-hmm. Это у нас, по-моему, сейчас только в каких-то специальных учреждениях такое бывает. Да. А тут, и когда мы уже расчистили это все, то убедились, что пол усеян сплошь сваренными коррозией и пожаром, древним пожаром, предметами наступательного защитного вооружения рыцарских типов. Такого в Европе тогда ученые гордились тем, что на территории Руси было найдено 200-300 панцирных пластинок. Угу. Пластинок. В Новгороде Великом, плюс Киев, плюс там Рязань, плюс там Чернигов, плюс Полоцк. Да. А здесь везде у нас вот целая мастерская. А в Гомеле их около 3000. Это не потому, что Гомель
центр вселенной. Просто нам здорово повезло. И больше ничего. Это везение. Я, например, первый раз слышу о том, что у нас на этой территории такие... Это так не афишируется? Или это... Нет, в научной литературе это тоже только... много, и в популярной литературе это есть. И вы знаете, это открытие не осталось. На основании этого ни один, извините, историк уже, наверное, написал... Написали. Да. Дело не в том... Историки пусть пишут и переписывают. Пусть пишут. Каждый немножко своим субъективизмом подойдет к этому, к этой оценке, и спорят со мной. И это очень хорошо. Если тебя не замечают, значит, ты ничем не занимаешься. Мне нравится в этом открытие другое. Этим занялись военно-исторические клубы, военно-исторического моделирования, рыцари наши, которые сейчас очень вот этот подъем этого движения, и пока спада не видно, в том числе гомельские рыцари наши. Ну, такие ролевые игры, да. Да, они начали создавать военно-историческую реконструкцию подлинного доспеха эпохи Киевской Руси той самой, или Древней Руси, по-разному. То есть именно основываясь на... Так потому что здесь можно было создавать... Фрагменты. И они собрали эти доспехи и испытали их на Куликовом поле, там, на Грюнвальде, где они там, на турнирах других. И они показали, что они через эти находки они воссоздали, как реально выглядела вот эта экипировка воина того времени. Они с лубочной картинки перерисованы, ведро какое-то с прорезями на голову. Было все до деталей воссоздано. Российские клубы сейчас воспроизводят наши открытия в реально действующих кольчугах и панцирях. И не только и Украина, и даже дальние зарубежья. Ищем гордиться. Ну, пожалуйста. Ищем гордиться. Нет, уже что-то уже вот, продвижение вперед есть. Вот, история... Вот она, вот связь современности. А как вы вообще относитесь вот к таким, ну не знаю, если это реконструкция, да, с одной стороны, с другой стороны, в литературе там сейчас альтернативная история, или там какие-то вот, может быть, художественная с одной стороны, а с другой стороны, это же вот с учетом современности нагнетание какое-то идет. Вроде бы это такой фэнтези, фантастика, а если не зная базовых знаний, вот то, что вы говорите, то кажется, что, может знаете, быть, на самом деле... Эти клубы молодежные, не только они уже молодежные, молодежь стареет, а клубы остаются. Дело в том, что они очень разные. Они очень разные. Есть те, которые хотят сделать красивую картинку. Вот. Потом использовать свои наработки где-то при съемках фильма какого-то. Зарабатывать какие-то на этом деньги или получить какую-то известность. Относятся к этому как к игре. Ну, есть как серьезное кино, искусство. Есть, ну да. Сегодня на потребу. Забыли, сегодня посмотрели, завтра забыли. Прагматично придумали немножко, да. Нечто другое. То же самое и вот эти военно-исторические клубы. Есть действительно клубы, которые работают с подлинным материалом, которые, вот те мастера реконструкции, многие из них историки, археологи, они стремятся к полной, как правильно сказать, аутентичности, да, там до миллиметра эти отверстия пробиваются под связки шнурка об этом панцире. Используется все это, испытывается в настоящем оружием, в настоящем турнире, а не просто для того, чтобы получилась эта картинка. Ну, дело в том, что эти достижения можно применить по-разному, использовать по-разному, показать по-разному. Вот когда мы смотрим современные фильмы, сразу, и в том числе голливудский фильм, мы видим один фильм про викингов, где до миллиметра воспроизведена эпоха, очень качественно. Не только хорошие актеры, профессиональный режиссер, но прекрасное моделирование. Это сразу бросается в глаза. Это, это дыхание истории, это воссоздание того фрагмента, белого пятна, которого мы не видим в действии. Ну, и есть... Совершенно другие примеры. Вы, наверное, особенно предвзято рассматриваете эти все фильмы исторические, насколько соответствуют, особенно зная. Если не соответствует, мне уже неинтересно. Трогая руками. Да, конечно. Как где-то, по-моему, я Володарского читал воспоминания, но это сценарист, который писал фильмы о войне. Он говорит, когда я вижу на экране красноармейцев, ну, солдат Отечественной войны, Великой Отечественной войны, которые идут в чистой, наглаженной форме. Сразу видно. Наверное, у вас такой же... Такой же взгляд. Ну, конечно. Ну, ведь посмотрите, насколько далеко мы в этом продвинулись. Вот даже вот, если мы вспомним знаменитый фильм, канонический в свое время, советский фильм «Александр Невский». «Александр Невский», да. Ну, там, конечно, вот там ведро, конечно. Показ, да. Вот, с рогами. Уровень военно-исторического моделирования был еще
достойны той эпохи. Mm-hmm. Потому что знаний об этом практически не было. Были картины Васнецова в качестве образца. Mm-hmm. Васнецов ведь воображал. У него же тоже не было возможности смоделировать правильно. Совершенно другая эпоха. Смотрите, уже. А сколько лет всего лишь прошло по меркам истории? Конец 30-х годов. Что мне это такое? Тут же хочется вспомнить про уроки истории. Вы сказали, что мнение Ключевского, а с другой стороны, вот вам конкретные уроки истории, которые мы... Ну, конечно. Я говорю, Ключевский, он сознательно сгущал краски. Конечно, он бы этого сам себе не говорил. Именно Ключевские делали выводы из истории. И такие уровни люди, даже не историки, они делали выводы. Он адресовал это, в первую очередь, к политикам, к руководителям тогдашней Российской империи, которые меньше всего учатся у истории, в отличие от историков. Вначале вы сказали, что он обращался к своим студентам. Конечно, это его главная аудитория была. Хотел вернуться к вашим студентам. То есть эти вот раскопки, понятно, вы сами... Что вы руководите там тоже вместе? Или это группа студентов? Как это все происходит вообще? Это происходит? Происходит по-разному. Я, предположим, захочу, вы мне сказали, что вот там в том месте может быть. Я тоже пойду и покопаю. Так можно? Ну, вы понимаете, конечно, раскопки – это комплекс серьезных научных мероприятий, которые санкционируются только Академией наук, если юридическую взять сторону. Давайте с самого начала. Желающих копаться, как вы сказали. Ну, конечно. Копаются случайные люди. Да. Археологи копают. И раскапывают. Как у моряков есть. Извините, да. Компасы, компас. Да. Ходили или плавали, да? Да. То же самое у нас так. Рыться – это не из нашего лексикона. У нас раскапывать или копать. Ну, извините, я не археолог. Может быть, стану еще после нашей беседы. Я просто привлекаю к археологической терминологии, к сленгу профессиональному. Как это все происходит? Происходит это, значит, все начинается с того, что это санкционируется государством. Только так. Иначе это не раскопки, это не археология. У вас есть карт-бланш на то, что вы Он называется открытый лист или разрешение, которое подписывает... президент, сейчас он по-другому называется, президент Академии наук Республики Беларусь. Это довольно сложная процедура. Так, подтверждать свой профессиональный статус ежегодно. Понятно. То есть ежегодно? Ежегодно. Ежегодно на каждый археологический объект. Угу. Да. Но где делать раскопки производить, вы определяете сами? Карта, в общем-то, культурного слоя древнего, где могут быть какие-то находки, она составляется десятилетиями. Там где-то случайно, там где-то нашли, где-то что-то. Все это заносится в один блок памяти, вставляется специальная карта. Мы уже за 30 лет прекрасно знаем, где у нас что может быть. Мы можем прогнозировать. Здесь это, здесь вот это, здесь такие находки, здесь такие. То есть заранее предполагается, там может находиться, что там можно найти? Да, есть уже юридически на основании наших наблюдений закрепленные охранные зоны, так называемые. И где там начинается строительство, мы вынуждены перед строителями идти. Удобно нам, интересно нам там работать. Mm-hmm. Интересно, мы работаем. И поверьте, даже если нам вначале не интересно там чем-то заниматься, что-то искать, истоки наши там какие-то, то оказывается, что практически везде мы что-то находим, даже где неинтересно. На первый взгляд, что-то находим. Но археологам, к сожалению, не дозволяют в парке копать там, где им интересно. Вот это у нас запрет. А вот перекопать парк под теплотрассу можно? А вот под цели науки и все восстановить, кстати, ничего же мы не нарушаем-то. Ни дерево, ни... газон. Если так немножко увлечься, то тут все, каждый клочок земли, вы сказали. Но дело в том, что мы отдыхаем от этих вот так называемых спасательных или охранных раскопок, когда мы можем выбирать сами в другом месте. Ну, не в историческом центре города. Mm-hmm. Вот у нас большая экспедиция в Лоевском районе, возле деревни Мохов, уже 15 лет работает. Там мы вправе выбирать то, что нам интересно, и то, что более значимо для науки. Там нас никто почти не... То есть это место, как вы сказали, давно уже, это да? Для такого планового такого археологического исследования, для разработки определенной темы, закрытие определенного белого котла. Как сам процесс происходит, организация? Конечно, организация зависит. Олег Анатольевич бросает клич по своей кафедре. И говорит, мы поедем. Ежегодно есть, во-первых, студенты-практиканты, историки первого курса. У них есть археологическая практика, предусмотренная учебным процессом. Археология – это как отдельная дисциплина, и вы, по-моему, ее ведете, да? Да, отдельная дисциплина есть, и есть практика. Но
Дело в том, что практика проводится по приказу и в определенные сроки, а ну, вот да. Иногда нужно раскопки проводить чуть ли не в конце зимы даже начинать, а у них летняя археологическая практика. Поэтому участниками экспедиции являются добровольцы. Это могут быть, да, это могут быть студенты в неучебное время и любого курса, и которые давно забыли слово археология, на первом курсе, на пятом вспомнили, что археология – это история вооруженной лопатой. Да. И овеянная романтика. Вот надо было, да. Надо было с этой фразы начинать программу. Мы же начали с историков, а вот у нас был археолог знаменитый. Ну, то есть, понимаете, каждая экспедиция организуется по-разному. Обычно все-таки мы вот стараемся опираться не только на практикантов. Это вроде бы как по принуждению, ну, по обязанности. Да, им надо особенно. Обязательно, чтобы были волонтеры. Достаточно только сказать, и они откуда-то берутся. В общем, это всегда притягательно для молодежи особенно. Да и не только. Также и не только для историков. Ну и сколько? Первый курс, да, например, ну если практика идет. Я имею в виду в количественном составе. Вот в количественном составе это очень по-разному. Мухове. Каждый год, во-первых, у нас меняются учебные программы, планы. У нас набор сейчас 4-годичный, раньше 5 лет был. Все меняется. Некоторые годы у нас на раскопки приезжало до 70 человек только практикантов. Mm-hmm. Были годы, когда 15 человек. Но все равно нужное количество исследователей, так сказать, вооруженных лопатой хватало, потому что нас всегда очень активно поддерживают волонтеры. В первую очередь те, которые один раз побывали, которые поучаствовали, им очень хочется вернуться. Заразительно. Вот это заразительно, да? Наверное, это болезнь. Это болезнь такая, особенно, да. Особенно, когда вроде бы ты, ну что, под руководством Олега Анатольевича ты... Ну, тут дело даже не в Олеге Анатольевиче, лопаткой конечно. Расчищаешь, и вдруг находишь какой-то черепок, и оказывается, что это черепок. Наши студенты очень активно помогают и другим экспедициям. И вот академические у нас тоже работают. Может быть, не такие большие объемы сейчас проводятся, но вот работают экспедиции. Вот наши коллеги подречатся из стоянки каменного бронзового века раскапывали. Mm-hmm. Вот. Недавно закончились раскопки в Луеве в центре, там тоже в поисках летописного города, долетописного на месте строительства. Наши студенты активно, волонтеры, бывшие студенты, выпускники. И тот, кто примкнул к этому движению, они поддерживают, они приезжают без всяких условий, работают. Волонтеры работают за свой счет. За свой счет. Да, это палатки, мы вот фотографии это видели. Палатки, да? Это палатки. Это такое... романтика полевой жизни, общение. Да. Это общение с природой прямое и с историей прямое. Наверное, они делают определенные выводы из этого. Они не только хорошо проводят время, но понятие «хорошо провести время» – это тоже такое. Это тяжелый труд. У городского жителя выехать на природу – это что? Пожарить шашлыки посреди леса? Это пассивное, наверное, общение. Это пассивное. Интимное и пассивное. Но вот это... Там совершенно по-другому, конечно. Там совершенно по-другому, потому что когда человек... романтика уже заключается в том, что вот приходит осознание того, что вот тысячу лет здесь никто не касался того, что было там, и что-то лежит в недрах. И ты вот там последовательно работаешь, и вдруг ты поднимаешь женское украшение из какой-то простенького металла, бронзы, смотришь на него и начинаешь понимать, последний раз это украшение касались руки человека тысячу лет назад. Ты начинаешь совершенно по-другому на это смотреть, а ты второй. В этой цепочке. Вот вам связь истории. Начинаешь думать о других вещах. Начинают меняться ценности или формироваться другие ценности, какие-то другие представления. Вот эта сиюминутность нашего бытия, она временно отходит на задний план. А потом, если это постоянно, ты вот общаешься с такими приветами из прошлого, часть из них, они очень поучительны. Мы же находим людей, убитых насильственной смертью. Вот, у которого наконечник стрелы железный застрял в колене. Mm-hmm. Вот такое мы можем. То есть такое тоже есть. Мы находим захоронения же очень много ведутся, средневековых раскопки ведутся. Там, например, студенты бережно расчищают останки этого человека. И там присутствует у нас обычно часто антрополог или даже судмедэксперт, который сразу много-много чего интересного и не очень такого приятного может рассказать о судьбе этого человека. Вот это вот начинает формироваться уважение к предкам, а через уважение к предкам, наверное, начинает формироваться уважение к самому себе.
Чем больше уважаешь себе, тем больше уважаешь других. Это завязывается цепочка. И нас как-то увязывает. Таким образом, опосредованно уроки истории влияют на современность. Вы знаете, там вот в этих условиях не надо создавать даже специальный мастер-класс. Он все время идет. Вот месяц мы там работаем, идет сплошной мастер-класс. И днем, и ночью. Он идет бесконечно. Вы не устаете, как человек, который проводит этот мастер-класс? Вы знаете, там некогда уставать, некогда об этом думать совершенно. Там настолько все интересно и захватывающе, несмотря на то, что, в общем-то, для меня многое, конечно, привычно. Я знаю, что здесь сейчас будет, но всегда будет нечто то, что ты никогда не ожидаешь. Предсказать все невозможно. А потом вот эти вот находки ваши, они где? Куда вы их? Находки поступают только в одном направлении. У нас никакого частного коллекционированного артефакта никогда не было, но люди собирают. Но сейчас это уголовно наказуемое дело. И я считаю, что мы еще не дошли до уровня создания системы частных музеев. Рано или поздно это будет. Но сейчас наше законодательство это исключает. Единственный путь – это передача этих находок на хранение в государственные музеи. Что мы делаем ежегодно? Все, что мы находим, насколько бы ценным или неценным это ни казалось, все поступает в государственные музеи. Мы стараемся передать в музеи самого высокого уровня, насколько это можно. Минск национальный. Минск переполнен, у них со всей республики стекаются, и Минск их очень много, они на областном уровне. У нас очень серьезные государственные историко-культурные учреждения, Гомельский дворцово-парковый ансамбль со старейшим в республике музеем, который как бы музей в музее находится в составе этого дворцово-паркового ансамбля. Там огромные хранилища. У них есть возможность это не только хранить бесконечно долго, пока они существуют. Наверное, экспозиции. Конечно, они экспонируют. Если в основном объеме дворца они показывают только маленькую часть, то у них там есть полузакрытые такие хранилища, где можно посмотреть и больше. И, конечно, там работают ученые с этим. У нас есть в университете, на историческом факультете, при нашей кафедре славян, археологический музей-лаборатория, которая создана руками студентов. Никаких нет профессионалов. Это студенты. А находки наши студенческие, научных экспедиций. То есть вначале они побывали у ученых, да? Я имею в виду в музее, а потом они попадают к вам? Мы формируем сами. Музеи стараются не передавать коллекции из одного музея в другой, потому что перемещение этих культурных хрупких ценностей приводит к их частичной утрате. Ломается, бьется, теряется. Понимаете? Стараемся это избегать. Очень хрупко. Мало если того, уже попало в земле, пусть он там и находится в музее. И чем меньше его беспокоят эти коллекции. Да и обратите внимание, все музеи показывают не все, даже сознательно. Некоторые ценные вещи не показывают. Их стараются, там здесь материальная база. Никто не знал? Нет. Скрыть это невозможно. Это обрастает дурными легендами, это еще хуже. Нет, просто есть вещи настолько уникальные, которые можно утратить и потерять навсегда. Она уникальна. То есть уникум – это один, получается. Стараются, голограммы сейчас прекрасные можно сделать. Где есть материальная база определенная, можно сделать реконструкцию, можно сделать реплику и показывать это. То есть вот это... Эту экспонировать один раз в год и собирать, может быть, на помощь музею деньги с билетов. То есть вот это практически, как подтверждение, эти артефакты, даже музейные, даже вот в небольшом, это опять-таки те уроки истории, которые так или иначе, особенно если ты нашел это сам. Согнутый наконечник монгольской стрелы, который торчит в слое пожара оборонительных сооружений Гомельского городища 13 века. Это, наверное, чему-то учит? Я именно в завершении, к сожалению, время программы ограничено. Или древнеегипетская бусина 3 века до нашей у нас в Гомеле. В Гомеле. Она, наверное, тоже чему-то учит? Или хотя бы заставляет задавать вопросы? Олег Анатольевич, мы можем говорить, я так понимаю, очень долго на эту тему. И, может быть, мы встретимся еще, если вы не против. Если это кому-то интересно. Найдем о чем поговорить. С удовольствием. Время нашей программы, к сожалению, близится к завершению. Уважаемые телезрители, мы будем...
будем прощаться. Сегодня мы разговаривали этим вечером с археологом Олегом Анатольевичем Макушниковым, профессором, доктором исторических наук, доцентом кафедры истории славян исторического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Большое спасибо компании SoundPro by за помощь в подготовке программы. Меня зовут Сергей Красноворот. Увидимся.